первый взгляд самой простой ловли. Это ловля доночками. Зимней ловли им стоит отдать, конечно же, сразу именно этим снастям. Заразиться этой рыбалкой, выйти на водоем и поймать какое-то количество рыбы. Вместе с вами сегодня мы соберем снасти для донной ловли. Какие удильники будем использовать, какие кивки. Или же вовсе не крючки будем ставить. Удильники, в принципе-то, могут подойти любого калибра. Теперь у нас на кивке имеется хороший провис, который будет нам сигнализировать о поклевке. При поклевке леща или подлещика наш кивок просто-напросто выпрямится вот таким вот образом. Медведь – это самый крупный и непредсказуемый хищник. Рыболовно-охотничий клуб «Три пятерки Hunt Fishing» приглашает вас на экстремальную охоту на трофейного камчатского медведя.